Сейчас раз и пару колонок снес. А чья там Нива, елки-палки? На трассу выезжаем. И все, и... Где трасса? Ну, прямо вон. Счастливые дороги. Давай мы колею набьем. Алло. Андрюха, там встречка. Да, иди же, я ему колею набью. А, подготовил дорогу человек? Ну, вообще было, стрел, лед вообще. Блин, лед вообще. Тормозит, не лед, да, в натуре? Что? Скажи им, что гололед, осторожно. Тупо каток, вообще жесть. Все блестит. После поворота через 20 метров каток. Каток. Каток вообще. Жестяк. Да, тут продувается так она, посмотри. Можем соточку быть. Не надо. Убери руку, руку, руку убери. А? Там же. Жесть. Просто каток полный. Вообще не знаю. Осторожно, там встречка. Просто ледяк. Да. Витя нас обошел. Витя обошел на УАЗе. Хотя ему не просто сегодня. Хорошо идет. Витя, ты знаешь, ты по льду шпаришь? Он без рации, кажется. У него есть правда. Она села, наверное. Вообще, я тормоза нажимаю, и ничего. АБС работает? Давай его выйдем. Смотри, какие тут переметы. Давай его вытянем. Ого, переметы, смотри. Жесть. Какие диски хорошие, картошку жарить. Андрей, блин. Андрей проверяет проходимость рейндж-ровера. Да, каток с переметами. Следи за Витя, он может дрифтить начать в любой момент сейчас. Ты видел, как он дрифтил? Так? Подожди, подожди, давай. На всю катушку? Да, он крутился вообще. Не, просто не просто так на снег выехал, там лед вообще. Да, да, нормально. Что-то Витя сегодня очень осторожен. Без камеры он как-то слабо едет, Витя, да? Витя, ты меня слышишь? Нет. Ты про чилийских инженеров? Да, я как-то Макс затянул, и на повороте мокрая дорога, как шаркнула, блин, светил, ехал. Андрей. А у тебя есть зацеп парковка, почему там не зацепили? Смотри. Не подрывали вроде так по краям, парами, узкие такие, в которые нельзя шаг, он не влазит. Ого, перемет, смотри, Андрюха. Ёханый бабай. Главное, там не в кубы не въехать. А, чтоб там под переметом кто-то лежать может, да, или что? Я понял, Паша, тут и по дороге не встречно. А сейчас такой узкий кусок дороги насыпал. Блин, мы по льду сейчас застрянем. Протри, Андрюха, протри. Плохо видно нам. Кусок не узкий, а переметенный. Я почти застрял был. Да, встречки тут не очень. Ты можешь нормальный, чуть-чуть. Слышь, а это, нормально, это мы к трассе еще едем, да? Ну, мы еще не доехали до Переяславской трассы, мы типа с села выезжаем до трассы. И потом нам налево, да? По ледяной дороге ехать проще было бы там по полю ехать. То, что хотел сказать, что безопаснее в поле съезжать. Паша, на встречной еде большая фура, поэтому... Куда он едет? Сейчас будет вообще весело там, слышишь? Да. Ну ты пробил же ему там. А что ты мне ему пробил? Она тяжелая. Я вижу, там светит что-то вдалеке. Она с бетоном. Я думаю, что фура успеет проехать и объедутся. Ну я предупреждаю, я не знаю, расстояние. Здесь узко. Он
Литфура сейчас такие переметы будешь. Ого. Не, ну он там по встречке, если проедет. Давай, что там, Витя дрифтует? Витя пытается дрифтовать. Его ветром сдувает, мне кажется. Что, фура застряла? Саша, терпи, дочь, у тебя выхода немає. Вот, ты уже в стиле Вити. А ну стой, 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 Витю, Витю, мне надо снять Витю. Подъезжай, подъезжай ближе. Вите надо выйти. Витя доволен, блин, какие фотки. Стой, стой чуть-чуть. А ну подожди, Андрюха, стой чуть-чуть, чтобы он подъехал, фото там жирнейшее было. Сейчас, чтобы Витя подъехал. Я везде. Подожди, Витю. Андрюха, постой, мне Витю сфотографировать надо. Викно Лиза. Это мужчина, это мощный наркотик. Каждая мозга строчка. Нажми на стопы, когда ты подсвечиваешь. Витя дрифтит, подходи к Вите, блин. Андрюша. Ты посмотри, что Витя творит. Сейчас его сдует, блин. Давай, 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 держи в кадре его. Смотри, как бока дает. А, сейчас. Он бока дает. Так он здесь задний привод. Угла дает, да, на заднем приводе. Ну, на заднем, да, на полном развернул. Витя нормально валит. А он же увидел, что я снимаю, понял? Понял, что происходит? А попробуй ближний оставить свет. Давай дальний. Нормально, Витя валит. Смотри. Это жесткий парень, да? Слышь, это под музыку Витя, Витя надо выйти, да? Надо показывать это. Зеркал у него все равно нет. Что, нету? Зеркал дальним, ему не помешает, что-то. Чтобы отбивали уже? Да не, есть зеркала да еще. Нема у него зеркала. Да есть, я тебе разбил. Вот нетики справа. Справа? Да, он еще туда. А левая разбили уже, да? Вчера новые были. Ну, он туда ехал без зеркала. Самое смотри, интересное, смотри. Что Витю никто дураком не называет, а меня в РНЖ называют. Да, потому что ты на РНЖ, будешь на УАЗе, можно тоже. Короче, все. Смотри, что исполняет. Андрей, тебе нельзя так. Опа, Андрюха пошел по харду. Пробивает фуром дорогу. Витя же не знал, что мы его снимаем. Ты видишь, он началось сразу. У него ютуба зависимость, мне кажется. А вон и трасса, да, вдалеке? Да. Да мы не этой дорогой заезжали. Жестячок. Подъедь чуть ближе к нему. Ёлки. Это вроде как из Токио он, да? Токийский дрифт. Токийский Витя, смотри, что делает. А как тебя мальчика звать, что за рулем? Витя. Витя сбоку. Да, здравствуйте. А, шо? Серега. Витя сбоку с колонкой. А Витя сбоку, да. Ну Витя управляет, он дает команды. Он Витя же мысленно едет, да? Мысленно. А может поменялись на ходу? Может им Витя на руки. Говорят, что у вас плохо дрифтуется вообще. Да я тебе говорю, это самый дрифтовый короткая, автомобиль в мире. Короткая база мешает дрифтовать. Да, мешает короткая типа? Ну типа неуправляемый так, как надо. Ну я бы не сказал, управляет. Я тебе скажу, что не, я на длинном спринтере за такие виражи заваливал, что мама дорогая. Сейчас на заправку. Пойдем кофе попьем. Ё-моё. Вите надо выйти. Посмотри, что он исполняет, этот Витя.
Ты видишь его? Чуть-чуть. Это жесткий. Гололед нереальный, да, просто? Осторожно, осторожно, Андрюха. Я понимаю, что ты помогаешь Лёва снимать Витю. На ходу. Не, Витя внутри! Витя, за эти говорю, поменялись на ходу. Нормально? Сейчас ты посмотри. Сейчас будем вытаскивать под конец. Сейчас будем вытаскивать, да не, вроде все. Все нормально. Борис Поль... так успел, они даже не устанавливали. Борис Поль налево. Нет, нет, ну не заправки, ни хрена вообще. Да, глухие места, да? Первая заправка. Смотри, смотри, смотри. Витя, исполняй. Это жесткий. Осторожно, Андрюха. Андрюха, прыгай за сруль. Все, мы. Первая ближайшая все. Заправка. Останавливаемся, кофе, чай, сигареты. Все, мы на вы трассе. Борисполь, Днепропетровск. В Рогозове, где развилка будет, Рогозов. Там, по-моему, слева. Там есть левая заправка, да. Просто каток вообще. Да, весело едем, да? Пилот жесткий просто очень. Просто. Слышь, есть определенные имена в оффроуде, вот я заметил. Андрюха, например, очень жесткие люди. Я вот сколько Андрюх знаю. Один жестче другого. Вот есть тонировка Андрюха, ты не знаешь его, наверное, или знаешь? А был патриот серебристый у него. Сегодня, ну, он без патриота был, да, сегодня? С кем? Он сегодня просто фотографировал нас, походили. Пешком пришел или что? Или ну, ждал с там? С кем-то приехал. Не, он на церкви был. Ну так, а, да, Андрюха был. Короче, Андрюхи один жестче другого. Да, мне нравится, как он на... Ты видела, как он дубасил? Я думала, он не вяжет там, ты просто на бок. Чуть, не, чуть у рейндж-ровера не вырвал победу. Да, он хорошо вышел. У рейндж-ровера нельзя было вырвать победу. Обошли Витю. Андрюш, встречный. Да вообще ничего страшного. Можно будет потом не спешить уже кто-то. Рубикон? Бежай, Андрей. Короткий вид. Мы догнали фуры. Фуры едут 20-30 в час. Будем сейчас догнаться. Сейчас слева будет, Крис, заправка. Буквально через метров 800. Нет, ты дельфин. Руслан, ты видел? Там бумажка на стекле. Руслан, перечеркнуты. Нельзя тебя загадить здесь. Не закрыл. Ну, да. Ну я же говорю, деревня придет, вы не удивляетесь, да? Да не. Отдай шапку мою. Дамбо. Это ж Танзании. Вот, и красивый. Так поправь, ты же не кокарда вперед должна быть. Кокарда. Руслан, а где маска у тебя? Чего ты без маски зашел? Есть, вот она в кармане. Блин, ты красивый. Давай я тебя сфотографирую. Вроде ты в Танзании. Там тоже заправки есть. В Танзании даже их видел, да? Да, да. Заправлялись даже. На поезд видел, Руслан? Витя. Первый клип. Тут еще какие-то желания ехать полями. Восьмимесячная. Ехать полями хотят еще. Ну да. Ты не накатался или накатался уже? Я все, я уже как ватакат просто. Выкатан. Выкатывался. И высушен. Потом еще раз выкатан. Витя, во сколько ты лег спать? Вчера в 4:20. Я приехал домой, еще на ютубе включил передачу про Мерседес. Сука. Будь они прокляты. У тебя же УАЗ, нахрена тебе Мерседес? Да начал слушать там, какие коробки, какие двигатели, все, как начал тебе в голову пичкать. Да про УАЗ надо было смотреть. Да про вас я уже все знаю, сам могу рассказать. А вот и бородач приехал. Пытался задавить меня 80. Да, подъезжай, заправляй. Что там, нормально компрессор? Тормоза, воздух как? Нормально? Так, вот Нива, Леня. Заправили Леню, да? Заводили долго или что? Что происходит?
Так, смотри, ты думаешь о том, зачем я? Блин, ни хрена себе. Дурак вообще. Идиот, блин. Ей же больно. Ей же больно, что ты делал? Не, я бы ей кормить ее начал, чу, снегом. Бедная женщина. Это жестяк вообще. Слышишь? Пока он там не удовлетворишь, пока она нам не скажет, что хорошо. Она же может подать на тебя в суд, Крис. Вместе с торговой сетью. Уже поднесла, но еще не говорит, что хватит. Слышишь, это ты хотел этим, что ваша сеть торговая дает им, да, в сеть? Я понял, да? Удалим. Там закасали, взяли пару секунд, закасали. Когда Крис это самое с выходных придет, аж вау, красава, ты ешь, закасали. Ох, елки, тихо. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Убер, пошел. Ёханый бабай. Убер ушел. Как болт. Болтяра, конечно. Слышь, вот этот знак уже такой же ездил тут, когда... Ёханый бабай, как зашел в дрифте. Слышишь, мне кажется, там этот... Чтоб там цистерны не было, которая это закопана под землей. Так что, на танковую едем или как? Ну конечно. Да, на танковую. Ну да, шо мы, так лошары закончили. А Витя хочет отправить их, когда он поставит? Сейчас раз и пару колонок снес. А чья там Нива, елки-палки? Я чувствую, сейчас пару колонок снесет по-любому. Елки-палки. Слышите, пока Стеллу не завалит, он не успокоится, я вам честно главное, говорю. Чтоб бочку с газом не завалил, главное. Стелла сказали херня. Что он делает? Выкатывает топливо или что? Не-не, тестирует машину перед ремонтом. Ну, в дрифте идет красиво. Валим, пока еще все колонки. Пацаны, поехали, вроде он не с нами пока, быстро. Сваливаем. Слышишь, его уже укачало, он не помнит, где Борисполь уже. Бородач говорит, они заблевали, наверное, отряхиваются пока. Пилот отряхивается, видите, немножко темп потерял. Красавчик. А, я его направил нормально. Как?
турне поехала в турне. Ну блин, бородач, хоть ты злой. Давай, Витя, дави знак. Все, пошел в рейд опять. Блин, нахрен мы так в рейд далеко ехали? Тут нормальные места рядом. Сразу сюда приезжаем. Бородач, давай твой выход, если еще ты сейчас исполнишь. В лесу, да? Бородач мочит, говорит, последний год так яблонь коротит. Угла дает. Что ты мне постоянно показываешь? Куда ехать, я ж тебе с разгона. Я с оттуда только приехал. Витя, у нас уже вот так у всех. Да вы очкуете. Так хватит, поехали. Пока все колонки на месте, поехали. Пока колонки на месте. По машинам! По машинам! А что за дорога так приехала? Я не знаю, а он не видел, что я его снимаю просто, он не знал. Что-то он на Переяслав хочет уйти опять. Все, погнали. Пока, спасибо, хорошая заправка у вас. Плакат классный вообще с девушкой. Красивый очень. А Витя полетел, Саня полетел. Поехали, да. Погнали. Что-то массово. Полетели. Какая скорость, видите? Сейчас покажем в окно камеру ему, понял? И начнется опять то же самое. Почти 85 где-то у него там. У меня больше спидометра на 10. Да? Да. Не, ну по ощущениям где-то 80 едем, наверное, да? 85. 85 где-то едем. У меня не закрыл брешь. Сейчас покажем камеру и начнется опять. Витя, надо выйти. Витя, надо выйти. Сейчас должен обогнать Range Rover. Догоняет, не видно. Киев. Приехали. Тут мы Витю встретили на этой клумбе утром. Неожиданно, да? Это ж прикинь, вероятность встретиться, да? Не договариваясь. Да, тут тоже снег шел вроде, да? Да, это вчерашний. Да? Да не, вчерашний уже раскатали. Все, Андрюха погнал, а я пошел домой показывать вам всю эту красоту. Всем пока, друзья. Вот это был день полного экшена, конечно. Нормально катнули. В общем, вы все видели к этому моменту уже. Подписывайтесь, делитесь. Всем спасибо, до встречи.